Здравия вам, товарищи моделисты. Начну сборку модели системы залпового огня «Град» на шасси ЗИЛ-131, любезно предоставленный магазином «Плацдарм». Ссылку на магазин вы найдете в описании к данному ролику. И как я говорил ранее, в обзоре этой модели, это будет не просто сборка, а параллельная сборка двух моделей – ЗИЛ-131 от фирмы ICM и ЗИЛ-131 от фирмы Трумпетр. Ведь ЗИЛ, он и в Африке ЗИЛ. Сравню качество и проработку шасси и моторов этих двух моделей, а также самодостаточность этих наборов. Выводы будут в конце ролика. Приятного просмотра!
Ну что, пора подвести итог сборки двух рам и моторов. Начну с Трумпетер. Собирая эту модель, складывается впечатление сборки настоящего автомобиля. Некоторые узлы настолько детально проработаны, что иногда это даже излишне. Собирать тормозную камеру из трех деталей – это перебор. Отличная проработка и детализация. Высокое качество отливок. Набор самодостаточен. Если вы не гурман, то не требует автомаркета, чего не скажешь про набор от ICM. Модель от Трумпетер однозначна для опытных моделистов. Новичку будет сложно, один процесс зачистки деталей от приливов чего стоит. У трубача рулевой мост условно подвижен, то есть при желании можно допилить, и колеса будут поворачиваться. Но нужно решить вопрос с сошкой гидроусилителя. Ее либо не приклеивать, либо тоже делать подвижной. Я решил запилы не ударяться, склею с повернутыми колесами. У ICM рулевой мост собирается без возможности поворота колес. Теперь пару слов о модели от ICM. Она мне напомнила сборку конструктора Lego. Огромные направляющие, в которые вставляются детали. Еще данный набор похож на наборы от фирмы Skiff. Такое же все грубое и упрощенное. Пластик очень мягкий, ну прям очень. Колеса однозначно под замену, ну и неплохо бы обзавестись набором фототравления. Я же соберу из коробочный вариант, чтобы было понятно, что получится из стокового набора. Модель от фирмы ICM однозначно могу рекомендовать новичкам в моделизме. Деталей немного, собирается легко, стыкуемость хорошая, но хромает детализация, причем на обе ноги. В следующей серии соберу кабины и также их сравню. Ну а на этом я заканчиваю серию. Поддержи видосик лайком, тебе не сложно, а мне приятно. Подписывайся на канал, если еще не подписан. Жми на колокольчик, чтобы быть в курсе о выходе новых серий. Ну и оставляй свои комментарии. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Армия в масштабе.